хоккей отдельная тема, я страшный любитель хоккея, там команда есть, которой я как бы тоже вот занимаюсь там, и люблю эту команду, да, и я считаю, что хоккей-то это вообще, вот все говорят, хоккей – канадская игра, здесь можно поспорить, потому что для наших людей хоккей – это наша игра, а для поколений, которые там выросли на Харламове, да, это вообще, это даже, не знаю, только с футболом можно сравнить, и то не для всех, поэтому… Ну, слава богу, что мы стали чемпионами мира. Мне кажется, очень правильная была стратегия. Да? Надо привлекать молодежь однозначно. Да? Нельзя собирать команду только мастеров. Это показывают многие. Там, Реал, помните, если, когда Реал, там, у них какой-то период был, они всех собрали, как только есть в мире, там, всех собрали в одной команде. И он стал проигрывать. Потому что любой мастер, он играет, он думает, что команда на него будет играть. Некому на него играть, все мастера, все ждут, что другой на него будет играть. Вот, поэтому очень правильная стратегия, у нас очень много, слава богу, вкладывается в это, и развитие хоккея серьезное происходит. Да? Надеюсь, что мы вернем вот на традиции такого российского хоккея. Да?